Первенство, посвященное памяти легендарного советского и российского лыжника, олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва, прошло в Люберцах. Задержавшаяся зима оказалась на руку спортсменам. Плотный снег и раскатанная трасса позволили продемонстрировать все свое мастерство. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Около 200 человек приехали в Томилинский лесопарк, чтобы проверить свои силы в лыжных гонках. На трассу вышли и взрослые спортсмены, и совсем юные участники. Для разных возрастов разные дистанции – от 500 метров до 9 километров. Всего 12 стартов. В семье Лилианы Стахановой лыжи – одна из семейных традиций. Папа занимается давно и тренирует ребят. Старший брат Руслан бежит в этом турнире 2 километра. Самой Лиляне покоряется пока только самая короткая дистанция. Я уже бежала много раз и хотела еще побежать. Вот меня заявили поэтому. Для преодоления самого длинного маршрута требуется опыт и физическая выносливость. Артемий Вахрушев хоть и участвует в люберецкой лыжне в первый раз, но подготовка за плечами серьезная. Я бывший профессиональный легкоатлет, а теперь перешел в лыжи, в любительские. Я с этого года начал выступать. Купил себе комплект, начал выступать, съездил уже на Карелийский фест в этом году и в Дубну на Николу перевоз. Старт каждой гонки дает ученица Алексея Прокуророва, призер Олимпийских игр, лыжница Наталья Коростылева. Она лично знала чемпиона мира, тренировалась под его руководством в составе сборной России и может оценить уровень спортсменов буквально с первых шагов. Очень высокий уровень. Тут ребята сейчас финишировали. Прям у них борьба до самого финиша. Ну, очень достойно. Каждый хочет победить. Молодцы. Такой азарт надо приветствовать и поддерживать. Первенство имени Алексея Прокуророва стало финальным соревнованием этой зимы. Теперь спортсмены будут поддерживать форму физическими упражнениями. Лыжный сезон 2021 официально закрыт. Ирина Попова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.